Привет, ребят, с вами, как всегда, Сайп. Вот и подошел к концу очередной год, поэтому мне хотелось бы подвести какие-то итоги. За этот год многое изменилось. Видео подняли в качестве, я стал потихоньку осваивать прямые трансляции, и нас стало гораздо больше, ибо моя аудитория, то есть вы, выросла вдвое. Так что, хоть и плавными маленькими шажками, но мы продвигаем всю эту магию портальной вселенной, а также просто огромное количество всякого игрового добра в массы, и, естественно, без вас всего этого бы не было. Поэтому хочу лишь сказать спасибо за то, что, несмотря на длительные перерывы между выпуском видео, ужасные фризы по несколько секунд на стримах, а также мои не всегда выполненные в срок обещания, вы все равно смотрите меня, и я надеюсь получать от этого удовольствие, ведь ради этого тут все и варится. Спасибо. От души. На следующий год у меня, как всегда, грандиозные планы, которые, я надеюсь, хотя бы отчасти мне удастся реализовать, так что ждите гору классного контента. Я не буду давать обещаний в духе выпуска видео каждый день, потому что, к сожалению, я не могу целиком и полностью посвящать себя только роликоделанию. И поверьте, если я куда-то пропал, то на это есть свои причины. Так бывает, на самом деле. Вот, например, сейчас я, блин, очень вовремя заболел. И поэтому все, чем я занимался, пришлось отложить. Но знаете, что когда я так непонятно пропадаю, я все равно еще обязательно вернусь и принесу что-то годное, так что наберитесь терпения. А сейчас давайте я все-таки немножечко проспойлерю вам, что же здесь следует ожидать в новом году. Естественно, я допройду все начатые прохождения, но дабы не томить вас ожиданием новых серий, я буду делать немножечко более интересный для меня контент между ними, а именно, я придумал несколько новых рубрик, некоторые из которых уже появлялись в этом году. Рубрика «В двух словах», в которой я рассказываю о потрясающих игрушках, не требующих много времени, не кусающих за кошелек, но, правда, порой заставляющих пожалеть ваши нервишки. Рубрика «Одним глазком», небольшие недообзорчики, в которых я быстро пробегаюсь по той или иной игре, моду или DLC, демонстрируя свою первую реакцию и делюсь впечатлениями от увиденного. Ну а также я планирую запустить гораздо более серьезную рубрику с детальным обзором некоторых особенных игровых проектов, о которых вы, скорее всего, не знали, но которые уж точно достойны внимания. К слову, часть материала от первого выпуска этой рубрики я снял еще этим летом и хотел выпустить в сентябре, но вы же знаете этого ленивого засранца, который просто не нашел времени. Ладно, когда-нибудь-то я его точно найду. Таким образом, я надеюсь, канал сможет стать разнообразнее, интереснее и информативнее. Естественно, все ваши мысли по этому поводу выписывайте в комментариях, я все прочту и все намотаю на ус. Ну а пока на этом все. Не буду вас больше отвлекать от приготовления или поедания салатов, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Так что с Новым годом вас, ребят! Оставайтесь такими же классными, какие вы сейчас. Развивайтесь, стремитесь к осуществлению своих мечт, чтобы Новый год стал для вас гораздо лучше, чем был этот. Ну а тут с вами, как всегда, был кибернетический антропоморфный кот, который притворяется человеком за кадром с охрипшим голосом. И до скорого. Пока. С праздником.